Здравствуйте. Очень прекрасный вечер сегодня. Откроем с вами книгу чисел, 21 главу. И прочитаем с 4 стиха. Если вы нашли, числа 21 глава, с 4 стиха я прочитаю. От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Эдома. И стал малодушествовать народ на пути. И говорил народ против Бога и против Моисея, «Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища?» И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа и сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал, «Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы Он удалил от нас змеев». И помолился Моисей о народе. И сказал Господь Моисею, «Сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив». И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. В марте мы планировали проводить CLF-форум в Нью-Йорке. Но из-за коронавируса у нас не получилось проводить CLF-форум в Нью-Йорке. И я вернулся в Корею. И когда я находился в Корее, мы подготовили пасхальное богослужение. Мы проводили богослужение в день Пасхи посредством программы Zoom. И знаете, что удивило меня? Мы трижды в день провели служение, рано утром, утром и вечером. И тогда каждый раз по 2 миллиона людей зарегистрировались и смотрели трансляцию. Очень много, несколько тысяч людей зашли и потом писали свои свидетельства о спасении. Вы знаете, я был очень удивлен, как Господь так действует, удивительно. Есть несколько пасторов, которые являются управителями нашей миссии. Именно пасторы, которые молятся перед Богом и за миссию, и они планируют. И мы обычно проводим большие семинары в Южной Корее весной и осенью. И когда коронавирус уже заканчивался, да, но многие люди, они живут, даже не могши выйти за пределы своего дома и страдают от этого. И мы связались с некоторыми телестанциями и сказали им, мы будем очень благодарны, если вы сможете транслировать проповеди пастора Ксупака у себя на канале. Наши пасторы в миссии, они работают все одним сердцем. И также есть много миссионеров, которые служат за границей. Тогда они пошли в местные телестанции и пытались договориться. Из-за того, что удивительно, но люди из-за коронавируса не могут выходить на улицу.
И мы сказали, что мы будем передавать им слово о покое, о надежде. И знаете, за последние десятки лет многие люди именно на телестанциях знали обо мне, потому что во многих странах я встречался с королем, также занимался молодежью в разных странах. Я проповедовал Евангелие, и очень многие люди, они любили то наше слово, которым проповедуем. Знаете, Enlace — это самая большая телекомпания в мире, и уже долгое время я записывал для них трансляцию проповеди по книге «Бытие». Мы не могли представить, что вот так произойдет. Но мы говорили о каких-то количествах, но сейчас все время больше и больше оно становится. Есть большие телестанции, которых список зрителей составляет около миллиона. Они говорят, мы будем транслировать ваш семинар. Я думал, я во сне, что ли, нахожусь? И когда мы почитали сперва, нам мне сказали, что 130 миллионов людей, телезрителей, если 130 миллионов людей будут смотреть нашу трансляцию. Мы когда проводим большие конференции, 3000, 4000. Но получается, то, что мы можем вечером собирать такое большое количество, я не мог поверить в это. Но знаете, очень многие люди, они очень были расстроены из-за того, что есть коронавирус. Из-за того, что телеканалы не могут транслировать какие-то мероприятия спортивные или же какие-то выступления. Из-за того, что люди не могут собираться в большом количестве в каких-то местах и проводить какие-то мероприятия, тогда телестанциям нечего транслировать. Поэтому многие телестанции сказали, что они будут транслировать наш семинар. Знаете, я честно скажу, я не мог в это поверить. Это потом не остановилось на 130 миллионах. Потом 200 миллионов, 420 миллионов, а так росло и росло. Да знаете, я же верю в Иисуса. Но такое доверие у меня пропало. Потом достигло количества до 800 миллионов. И сейчас уже поднялось количество до 900 миллионов. То есть то, что можно было делать за 100 лет, проповедовать, я сделал это за одну неделю. И многие люди на телестанции, они продолжают трансляцию наших проповедей. Поэтому также многие телестанции попросили у меня интервью. Я очень благодарен за то, что трансляция продолжается на многих каналах. После пасхального служения, перед семинаром у нас было собрание с пасторами из Европы. Пастор Уэндо, он стал представителем и президентом собрания пасторов в Лондоне. Я спросила, как вы стали на этом посту, пастор? Он говорит, что он сам не понял. Собрались некоторые пасторы в Лондоне. И эти пасторы сказали, среди нас всех кажется, что вы самый духовный. А вы не можете ли в этот раз быть нашим председателем нашего собрания пасторов в 2020 году? Он сказал, я даже плохо говорю по-английски, у меня не получится.
Нет, вы очень хорошо говорите по-английски, вы не запинаетесь. Тогда можете ли мне помочь? Таким образом, он стал президентом Союза пасторов в Лондоне. Мы провели собрание пасторов. Они попросили проповедовать меня. 4 часа я проповедовал через приложение Zoom. Пасторы, которые живут в Европе, они очень удивились. Они говорят, что после реформации Мартина Лютера они не слышали такого слова никогда. И сейчас все время есть записи, которые повторяются, и многие люди слушают. То есть многие люди везде слушают это Евангелие. Они знают теперь о прощении грехов посредством крови Иисуса, хотя есть много пасторов. Но они говорят, покайтесь в грехах. Но они не знают точно, каким образом очищается грех. Поэтому пасторы, которые даже вот стали пасторами, они говорят, что мы грешники. Пасторы в Европе, слушая это Евангелие, они были шокированы. Потом мы собрались. Пастор Оуэн Шин проповедовал. Тогда им стало досадно. Я думал, что когда меня пригласили на это собрание, мы будем обсуждать о библейских занятиях наперед. Мы хотим научиться от вас. Почему вы не учите? Почему на проповеди все закончилось? Поэтому мы договорились, что я буду 1 раз в месяц проповедовать и учить их Библии. Я думал, может быть, потому что уже близится время Господне, когда Он придет? И сегодня журналисты из 8 средств массовой информации пришли. Знаете, один человек из них, это младший брат нашей сестры Мун Хён Сун. Он также старший брат пастора Мун Хён Юль. Знаете, в прошлый раз, когда мы проводили рождественскую кантату, мы провели 9 выступлений. Мы делаем днем и вечером выступление, получается 9 выступлений. Поэтому дирижер хора, она чуть уже не потеряла все свои силы, чуть не заболела. Это было 19 декабря, и мы арендовали гостиницу недалеко и собрались там с пасторами. И знаете, там было 530 посадочных мест. Они все были заполнены. И я 90 минут проповедовал для пасторов, которые имеют известность в Южной Корее. Они все были тоже очень шокированы. Сейчас многие люди помогают нам. И сейчас начальники отделов СМИ, они пришли для интервью. И когда я давал интервью, я проповедовал от начала до конца Евангелие. В основном они все были пресвитерами. И знаете, они много спрашивали о нашей церкви, и они уже стали членами нашей церкви. Я хотя часто говорю вам об этом. Я думаю, что я буду всю жизнь слышать свой адрес, что я сектант, и я буду проповедовать только с 10 людьми. Но Господь делает посредством меня. Он работал над тем, чтобы опустошить меня. Я в своей жизни получил крах.
Поэтому вся моя душа и доверие себе разрушилось. Если я буду доверять своим мыслям, тогда я непременно погибну. Я был уверен в этом. Поэтому я подумал, а мне нельзя доверять своим мыслям. Самая большая проблема в нашей духовной жизни — это проблема возникает из-за отличия наших мыслей и слова Иисуса. С 19 лет я опустошал свое сердце от моих мыслей и принимал только Слово Бога. Господь направлял меня в свой удивительный духовный мир. Господь показал мне много удивительного. Как оправдала нас кровь Иисуса? Как наша душа течет? Что же неправильно в нашем сердце? Библия очень точно объясняет нам эти моменты. Многие люди, слушая это слово, они получают прощение грехов. Хотя многие люди посещают церкви, но они мучаются от того, что не могут омыться от своих грехов. Знаете, на горе Чуан в Тегу, также в Сеул, на Сеульской горе и также на горе Чингисан, очень многие люди собирались, чтобы молиться там. Очень много людей, которые плакали и молились на горах. В чем же их проблема? Иисус был распят на кресте и умер. Библия говорит нам, что Он простил наши грехи. Что написано к Евреям 1 главе? То, что Он очистил нас от грехов и сел по правую руку от трона Господа. Иисус пришел на эту землю, чтобы очистить наши грехи. И Он не пошел в Царство Небесное и не смог очистить наши грехи. Для того, чтобы прийти и очистить наши грехи, если мы читаем с вами Библию, в Библии написано о том, что Иисус очистил наши грехи и сделал их белее снега. Но из-за того, что у людей имеется осуждение совести за свои грехи, поэтому они получают большое внимание не от Слова Бога, а от своих мыслей. Я согрешил, я чувствую осуждение, я чувствую свой грех. Хотя я знаю, что Иисус распят на кресте. Но я вижу, что мои грехи не очищены. То есть я начинаю каяться. Я мучаюсь и стараюсь очистить свои грехи. В 1974 году родился мой сын. Я очень благодарил за это. И в то время как раз брат, он работал в Кёнбук, Ёнчонгун, Чонтонгмён, Ходангни. Вот по этому адресу он работал. Этот брат пришел ко мне. Пастор, давайте мы проведем большой семинар в Чамсиль. И знаете, то время как раз было где-то сентябрь месяц, это было осенью. Я прошу прощения, что я говорю о своей жене. Моя жена часто говорит мне, перестань говорить обо мне с кафедры. Да, но знаете, я должен говорить об этом.
Знаете, моя жена очень боится коров, но тогда была корова. И для того, чтобы засолить кимчи для семинара, мы засолили капусту пекинскую. И знаете, корова, она где была? Она как раз пришла и ела эту капусту. И моя жена, она зашла и закрыла дверь и говорила: «О, о, о». Но корова даже не обращала внимания. И сказала жена, что она съела всю нашу капусту для того, чтобы сделать кимчи. Мы тогда находились в городе Тэгу для того, чтобы проводить служение. Я услышала о том, что у нас такое произошло. И тогда начали переживать: ой, что же делать, корова съела все наши запасы для засола кимчи. Знаете, тогда у нас даже не было электричества. Тогда я пошел в БУ магазин и приобрел генератор. БУ генератор. Но у нас не было опыта, как пользоваться генератором. И когда я начал заводить его, он хорошо вращался. Но знаете, в чем проблема? Он хорошо вращался. Но когда мы начали включать какой-то электрический прибор, тогда этот генератор получал влияние, он сильно нагревался, и потом он издавал странный звук. Да, он, знаете, был разный опыт. И у меня были такие трудности. И когда началась конференция, этот брат рассказывал о том, что у него был пастор, который учил его в его детстве. Тогда ему было 79 лет. Да, сейчас мне уже 77, поэтому он был на 2 года старше, чем я сейчас. Да, и сейчас уже уровень жизни поднялся, но тогда было немного людей, которые до 70 доживали, но он дожил до 79, и мы жили с ним в одной комнате. И тогда, когда мы спали, я спросил: вы получили прощение грехов? Он сказал: да. А как вы получили? Да, моя дочь, она диакон. Да, ну, в любом случае, моя дочь сказала. Его дочь, что он спасен. Тогда он спросил: почему ты спрашиваешь? Как? Ты получил, как вы получили спасение? Да, и получается, она как-то одной ночью, она плакала и молилась сильно, и тогда этот пастор, он начал ревновать, то есть завидовать ее духовной жизни. Но через год, когда он спал, и он говорит, что он вдруг начал плакать, и он вспоминал о всех своих грехах. Но он почувствовал что-то странное, он не понимал, что такое родиться свыше. Потом он подумал, что это есть рождение свыше. Но я знал, что это не рождение свыше. И потом на следующий день я с утра начинал уроки по Библии. Потом я хотел выпить прохладной воды и отдохнуть. Но кто-то кричал: «Пастор Пак! Пастор Пак!»
Я выбежал. Этот пастор, Джон, он хотел уехать. Пастор, почему вы хотите уехать? Я поеду. Я знал, что у него нечего делать, что ничем не занят. Я сказал, пастор, немножко еще останьтесь. И тогда он на самом деле разозлился, но он терпел, терпел и потом взорвался. Сказал, пастор Пак. Вы что, борец тэквондо или... Почему вы так бьете человека? Я не очень понял, что он сказал. Но знаете, во время утреннего слова его очень тронуло, зацепило слово. Я сказал, немножко еще останьтесь. Он сказал, что он уедет. И тогда он уехал. И знаете, этот зал Чамшир, он находится на горе. И там есть спуск. И тогда этот пожилой пастор, он спускался, и он не получил спасения. Я думал, когда у меня еще предоставится возможность встретиться с ним? Я могу проповедовать ему истинное Евангелие, но если я не буду проповедовать сейчас, когда я смогу? Я подумал, да, это будет грех, если я буду так уважительно ему проповедовать, но потом отпущу его грешникам. Поэтому я подошел к нему близко и сказал, пастор, у вас же есть грех. Тогда вы попадете в ад. Вам нужно очиститься от грехов. Я прямо в ухо говорил ему. Тогда мы дошли до конца спуска. И мы долго шли, и я все время говорил ему. И он достал свою сумку и достал оттуда Библии. Он положил сумку на землю и сказал, присаживайся. Как я могу сесть на сумку пастора? Я сел просто на землю. И тогда на том месте я проповедовал ему Евангелие. Я начал проповедовать по книге к римлянам. Первая глава к римлянам, вторая глава, третья глава, четвертая глава, пятая глава. Да, я говорил, мы должны получить благодать. Мы умершие для греха, как мы можем жить в нем? Так написано. Он сказал, хватит, хватит, пастор Пак, хватит. Он очень обрадовался. В тот день он получил прощение грехов. Мы с 2 часов дня пообщались с ним. И мы проводили библейское занятие под горой на спуске. И потом мы вернулись назад вместо конференции. Этот пастор, он поднялся к кафедре и начал танцевать, и говорит, я увидел свет, я омыт от греха. Он был очень благодарен. И после этого он вернулся к себе домой. Он жил со своим сыном, и он сказал сыну и своей невестке, он сказал, что ваш отец, который был раньше, он уже умер. Теперь я не тот прежний ваш отец, теперь я новый. Тогда
Отец, что вы говорите такое? Вы же не знаете. У меня очищены грехи, и я получил прощение от грехов. Он сказал, выставьте наш дом на продажу. И потом он переехал жить в церковь. Хотя через некоторое время он покинул этот мир. Но пока мы жили вместе с ним в церкви, я был очень-очень счастлив. Каждым ранним утром он приходил на служение один и начинал плакать и молиться. «Господь наш Отец! Ты уже забрал всех моих друзей, но ты оставил меня такого негодного! Ты разве для этого, для того, чтобы я получил прощение грехов, оставил меня в живых?» Он очень сильно плакал и благодарил Бога. И когда мы вместе с ним ходили в центр города, например, в магазин очков, тогда он проповедовал, свидетельствовал хозяину магазина очков. Этот пастор получил прощение грехов и родился свыше в 79 лет. Хотя недолгое время, но несколько лет мы были вместе. Господь дал мне огромный мир и огромную радость. И знаете, я не понимаю, почему люди не становятся пасторами. У меня есть одно желание. Я желаю, чтобы все вы стали пасторами. Попробуйте стать пастором. Это очень счастливое место. Да, конечно, многие люди, они не могут получить спасение за один день. Но вот такое большое мероприятие мы проводим. Мне кажется, большое количество людей, несколько сотен миллионов получают спасение. Пока мы проповедуем Евангелие и свидетельствуем, я думаю, что с 10 прихожанами на то время в моей церкви я буду жить всю жизнь и слушать про себя осуждение и то, что я сектант. Но живой Иисус, Он был со мной, поэтому показывал мне Слово Бога. Это драгоценное дело, что я могу знать, как Господь действует через Слово, чтобы люди получили спасение. Я очень-очень благодарю Бога. Когда мне было 19 лет, у меня не было ни надежды, ни пути. Я был грязный и злой грешник. Но Иисус показывал мне результат моей жизни. Я жил во лжи. Насколько я был злым человеком. Я был противным и грязным человеком. Господь показал мне это. Но удивительно, что в Иисусе Господь позволил мне родиться свыше и стать совершенно другим, новым человеком. Когда я проповедую Евангелие, многие люди противятся и мешают. Но Господь открывает пути Евангелия. Многие люди получают спасение, и за это я очень благодарю Господа. Когда израильтяне находились в Египте, знаете, как они жили? Когда Иосиф, он был израильтянином, но он попал в Египет и стал управителем. Представляете, какое он уважение получал? Но потом пришел новый царь. И когда уже египтяне нехорошо восстановились,
тогда население израильтян увеличивалось. И знаете, что говорили повивальные бабки? Что когда они, когда рожает израильтянка, тогда убивайте мальчиков и оставляйте только женщин, только девочек, потому что фараон начал бояться такого количества и Бога. Но он не мог убивать маленьких детей израильтян. Тогда фараон призвал повивальных бабок и спросил, почему вы оставляете в живых? Но знаете, что они сказали? Израильские женщины, они здоровее, чем египетские женщины. Поэтому, когда я иду помогать ей рожать, она уже родила. Но фараон не мог справиться с этим. Он сказал тогда, если родится мальчик, бросайте в реку Нил. Когда женщина одна родила ребенка, она не знала, что делать. Она прятала его неделю в своей комнате. И она думала, как же делать, что дальше делать. И тогда об этом узнали воины и пришли. Но она держала его в руках. Но они просто тянули за ногу этого ребенка и забирали. Тогда женщина бежала за воинами. Ну просто они бросали детей в реку Нил. Тогда женщина, они не могли справиться со своими чувствами. Это мой ребенок, мой ребенок. Они прыгали в реку за ним. Тогда мужчина хватал женщину, говорит, моя дорогая, дорогая. То есть они чуть не сошли с ума. Тогда женщины были в шоке, а они, ой, Господи, мой ребенок. Это была очень несчастная жизнь. И мужчины каждый день, они работали с глиной, делали кирпичи. И они потом обжигали кирпичи. И знаете, очень тяжело обрабатывать кирпичи. Тогда они взывали Господа, говорили, Господь, где же ты? Где же ты, Господь? Почему ты дал нам такое страдание? Моя жена уже чуть не сходит с ума. Она потеряла своего ребенка, поэтому она уже готова прыгнуть в реку. Господь, за что ты даешь нам такую печаль? Поэтому они находились в глубокой-глубокой печали. И когда настало время Господа, Господь вывел израильский народ из Египта. Хотя я говорил об этом, но нужно было в день Пасхи помазать на косяках и перекладинах кровью Агнца. И потом они направились через пустыню в землю Ханаанскую, где течет молоко и мед. Когда они шли в Ханаан, и знаете, их сердце развратилось. И тогда они начали негодовать и роптать на Господа. А лучше нам было в Египте. Точно ли им было лучше в Египте? Им так понравилось в Египте. На самом деле, если они дойдут в Ханаан, они могут жить намного счастливее. Им теперь можно рожать сколько хотят детей. А у них есть все условия для хорошей жизни.
И так и получается, это вообще неправильно, то, что они шли, освободились от такого страдания и начали негодовать на Бога. Ой, хорошо, когда мы кушали мясо в Египте. И тогда они не вспоминали о печалях, когда приходили воины фараона и забирали у матерей детей и бросали просто в реку Нил. Господь хотел благословить их. Господь направлял их, чтобы они попали в ханаанскую землю и жили счастливо. Конечно, они могут переживать какие-то трудности, но они идут к благословению, благословенную землю. Но они начали роптать на Бога. Тогда Господь отправил им ядовитых змеев. И вдруг эти ядовитые змеи начали как будто бы летать. Но они жили в шатрах. Получается одинаково, что они живут со змеями в одном доме. Когда они идут покупаться, тогда уже там змея опередила их. Очень многие люди были укушены и умирали. Они начали роптать на Бога. Да, Господь их направлял, освободил от таких страданий и вел в землю благословенную, где течет молоко и мед. Но они, им что-то не понравилось, они начали роптать. Тогда Господь отправил ядовитых змеев. И они обычно ползают так в разные стороны, а тут как будто бы они летают вверх, прямо так, как стреляют. Если укушен человек, тогда он минуту умирает. Господь вел их благословенным путем. Господь освободил их от страданий Египта. И если бы они дошли, тогда бы они жили счастливо в ханаанской земле. Но они начали роптать на Бога. Вот это и есть человек. Да, они получили 1000 и 10 000 благословений. Да, они получили благословение. Уже Господь освободил их от вечного ада. Но потом они попадают в искушение из-за чего-то. Вы не такие, да? Пожалуйста, не говорите по-английски, говорите корейски. Правда? Вы такие или нет? Какое мы спасение получили? Подумайте, в Египте было хорошо, они говорили. Они что, только там мясо кушали все время? Нет, они вообще говорят не то. Но для того, чтобы в землю, где течет молоко и мед, отвести их, Господь отправил их в ханаанскую землю. Ну, например, они заблудились по пути, неправильно пошли. Но Господь облачным огненным столпом проводил их и направлял. Господь давал манну. Господь давал воду. Господь давал облачный столб, чтобы закрывать их от солнечных лучей. А ночью Господь давал огненный столб для того, чтобы согревать их в холодной пустыне по ночам. И каждое утро падала манна. Они из скалы пили воду. То есть Господь их кормил удивительно. Тогда за что роптать на Господа? Ты хочешь вернуться в Египет? Нет, я не хочу. Мы можем увидеть, какой человек сразу же забывает о благословении и недовольствуется тем, что сейчас. Поэтому Господь отправил ядовитых змеев. Когда их стали кусать ядовитые змеи, тогда они увидели, что люди погибают. И тогда эти люди
вернулись к Богу и говорили: «Господи, мы были такие глупые, прости нас. Ты дай, чтобы эти змеи ушли. Вы же хотели, чтобы такие змеи пришли к вам. Вы же роптали на Бога. Бог проводил вас. Но вы же негодовали на такого Бога». Но Бог все же возлюбил израильтян. Поэтому Господь сказал: «Сделай медного змея и повесь на знамя. Сделай себе змея и выставь его на знамя. И ужаленный, взглянув на него, останется жив». Это есть именно драгоценная воля Бога. Когда мы читаем Библию, знаете, что мы понимаем? Мы все время видим волю Бога в Библии. Например, Дух Святой символизирует как масло. Масло — это значит Дух Святой. Через золото Господь показывает свою славу. Серебро — это есть оплата за искупление. А медь показывает суд. То есть медь символизирует суд. «Сделай себе медного змея и выставь его на знамя». Да, Господь сказал, кто ужаленный взглянет на него, останется жив. И знаете, я не очень понимаю. Евангелие от Иоанна 3 главе, знаете, что написано? Иисус говорил: «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому». Что написано? 15 стих 3 главы: «Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому». И дальше что написано? «Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Как Моисей вознес змею, так и должно быть вознесено Сыну Человеческому. Когда людей кусали ядовитые змеи, люди молились за то, чтобы Господь удалил от них змеев. Но Господь не удалил от них змеев, а сказал: «Сделай медного змея и повесь его на знамя». И ужаленный, взглянув на него, останется жив. Что это значит? Выставили на знамя медного змея. Да, если просто посмотреть, непонятно. Но что написано в Евангелии от Иоанна 3 главе? Когда он общался с Никодимом, Иисус рассказывал, что кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие. И потом, что Иисус сказал? «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому». И дальше что написано? «Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Его змея выставили на знамя. Этот змей, на самом деле, не настоящий змей. Он сделан из меди. Правильно? Так как медь символизирует суд,
И написано, что так должно вознесено быть Сыну Человеческому. Что это значит? Это означает то, что Иисус получит весь суд за наши грехи вместо нас. Да я вознегодовал и роптал на Бога, поэтому Господь отправил ядовитых змеев. Потому что мы согрешили, поэтому Господь отправил нам ядовитых змеев. Но здесь написано, как Моисей вознес змею в пустыне, так же и Сыну Человеческому должно быть вознесено. Не золотой змей, не серебряный змей, написано медный змей. Это показывает то, что мы получили, он получил суд за грех, как Моисей вознес змею в пустыне. Так должно вознесено быть и Сыну Человеческому. Что это показывает нам? Иисус, Он был распят на кресте, Он стоял высоко, на знамени. А причина, по которой Иисус погиб, Он умер за наши грехи. Господь отправил ядовитых змеев людям, израильтям, которые роптали. И когда они просили удалить змеев, Он не удалил змеев. Но Господь сказал, кто будет смотреть из ужальных, останется жив. Этот медный змей — тень Иисуса Христа. То, что Иисус был распят на кресте. Медь символизирует суд, то есть суд был произведен за наши грехи над Иисусом. Медный змей символизирует Иисуса. Хотя есть яд змеиный, и человек должен умереть от укуса ядовитого змея, от греха. Но разве Иисус не был выставлен на знамя? Почему Он там был? Он был вывешен на знамя для того, чтобы получить весь суд за наши грехи. Аминь. Поэтому мы не просто смотрим на крест Иисуса. Иисус был распят на кресте. Не потому, что Он имел грех, Он распят был. Но Он показывает, что суд за наши грехи уже произведен. Это означает, что никакой грех не сможет меня убить. Люди, которые были ужалены ядовитым змеем, они смотрели на медного змея. И когда они смотрели на медного змея, тогда яд выходил из их тела. Когда мы смотрим на крест Иисуса, у меня много грехов. Я злой, я должен получить проклятие. Но на кресте Иисуса Он получил все проклятие за мой грех. Тогда мне можно не получать проклятие. Я могу жить. Именно для того, чтобы рассказать нам это. Господь, для людей, которые были укушены ядовитыми змеями, Он не удалил от них змеев, а повесил медного змея. В тот момент, когда они смотрят на медного змея, они выздоравливают. Мы боялись смерти, что умрем из-за своих грехов. Но если мы смотрим на крест Иисуса, а вот там закончились мои грехи. Иисус получил весь суд за мой грех. Он уже распят за мой грех. Суд закончен. Именно об этом Библия говорит нам. До того, как Иисус пришел, и написано, как до того, как Он пришел, как был вознесен змей, так
Вознесен будет Иисус, чтобы люди смотрели. Он висит на кресте за мои грехи. Он должен повесить на древе. Все мои грехи уже закончились. Иисус получил наказание. Теперь я не грешник. Когда мы смотрим на крест, мы можем точно понимать, что мои грехи уже прощены. Когда вы все посмотрите на крест, вот недавно совсем вы были грешниками, но вы теперь не имеете яда греха, вы стали праведными, правда? В Ветхом Завете Господь также показывает нам это. В 3 главе от Иоанна что написано? «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому». Смотря на Иисуса, который распят на кресте, медный змей символизирует суд. Иисус получил суд за мои грехи. То, что Он был распят на кресте, это показывает, что Он получил наказание, которое должен был получить я. То, что Он за мои беззакония, за мои ошибки, Он закончил весь суд на кресте, быв повешен на кресте. Господь хотел нам, людям, объяснить об этом. Когда многие люди, они были укушены змеями, они почти умирали, но Господь не удалил от них змеев. Он поставил медного змея на знамя и сказал, кто будет смотреть, останется жив. Также и мы умираем от греха. Но смотря на крест Иисуса, да, вот там на кресте закончился суд за мои грехи. Уже Иисус, Он оплатил и все наказание получил за мои грехи. Если люди так верят, Господь хочет дать вечную жизнь. Поэтому все, даже через Ветхий Завет, Господь показывает через агнцев то, что сделал для нас Иисус. Господь хотел показать, как мы можем освободиться от греха. Господь распял Иисуса на кресте. Господь показывал, что нужно помазать кровь на косяках, тогда Он пройдет мимо. Господь показывал разными способами для того, чтобы мы могли просто понять, как мы можем освободиться от греха. А что сделали израильтяне? Они согрешили. Они страдали, жили как не люди, а как животные, когда детей у матерей отбирали, как мужчины страдали, делая кирпичи. Господь, Ты помоги нам! Они плакали. Господь освободил их от этого. И они уже шли в землю обетованную, где течет молоко и мед. Но по пути немножко появилась проблема. Разве можно за это роптать на Бога? Представляете, если Бог сказал, «Хотите вернуться? Тогда идите обратно в Египет!» Как бы они пожалели о своих словах. Подумайте, вот вы родили ребенка, и вашего ребенка выбросили в реку. Вы понимаете это? Тогда точно женщины, они сойдут с ума. Разве не так? Это так. Да, это так, поэтому они идут в землю обетованную, где течет молоко и мед. Но они согрешили. Господь для них делал. Но есть чуть-чуть на пути проблема, трудность. В чем проблема тогда для них? И Господь не просто простил их. Он не сказал, ладно, ядовитые змеи, уходите. Хотя они кусали людей.
Но когда люди укушенные смотрели на медного змея, тогда яд, ядовитый змей уходил из их тела. Это показывает то, что когда мы смотрим на крест Иисуса, тогда заканчиваются наши грехи. Уже Иисус получил весь суд. Он получил проклятие. Он очистил наши грехи. Бог хочет именно этот факт рассказать нам. На сегодняшний день многие люди не знают об этом. Поэтому они думают, что могут попасть в рай только усердно работая или делая добрые дела. Это не так. Но все же мы ропщим, негодуем. Даже братья и сестры так поступают. Да, мы должны благодарить то, что Господь через церковь дал нам спасение от ада. Но даже в таком условии, находясь в хорошем, мы негодуем. Это есть человек. Но пока мы смотрим на то, что Иисус был распят на кресте, пока мы смотрим на крест, на кресте закончились мои грехи. Иисус получил наказание вместо меня. Закончился весь суд. Господь дал нам благословение, чтобы мы могли узнать об этом и понять это драгоценное Евангелие. Для того, чтобы освободить нас от грехов. Господь не дал только умереть Иисусу на кресте, но чтобы люди поняли, Господь дал много примеров. Написано о Пасхе Господней, когда нужно заколоть агнца, об искуплении, о жертве за грех. Господь хочет показать нам, как мы можем получить прощение от грехов. Но мы просто были глупы и не понимали. Но удивительным образом Господь ведет нас к благословению и дал нам прощение грехов. В Библии он написал о том, что Иисус пролил кровь за наши грехи. Если посмотреть на медного змея, останется жив. Медный змей символизирует Иисуса. Когда мы смотрим на Иисуса, который получил суд вместо нас, «А, мой суд закончился!» Если мы видим и верим в это, тогда уже мы с нашими грехами покончено. Но если мы не верим, тогда такой человек, он остается в своих стараниях для спасения. Вы верите ли в прощение грехов? Верите ли вы, что кровью своей Иисус очистил нас от греха? Кто верит? Кто верит, пожалуйста, поднимите свою руку. Спасибо. Но все равно вы попадаете в искушение, правда? А почему не меняется быстро в светофор? Да, вы часто ропщите на Бога. Почему трудности? Почему? Господь хочет нас отвести в свой Божий сад, в вечный рай. Господь хочет нас отвести в то место, где нет вечно грехов и страданий. Но мы имеем ропот на Бога даже из-за мелочи. Я также жил таким образом. Но давайте мы будем смотреть на медного змея теперь. Будем смотреть на крест Иисуса. Иисус умер на кресте не из-за своего греха. Он умер вместо нас за наши грехи. Он пролил кровь и очистил все наши грехи. Когда мы будем смотреть на Иисуса, который пролил кровь на кресте, у Иисуса не было греха. Но Он получил наказание за наши грехи. Поэтому все наши грехи уже прощены. И для того, чтобы мы могли поверить, Господь разные примеры приводил нам.
И один из этих примеров — именно история о медном змее. Медь говорит о суде. Иисус получил суд вместо нас. Он получил проклятие. Поэтому мы можем освободиться от греха. Но многие люди не понимают этого, не могут узнать об этом. Поэтому думают, что своими добрыми делами и стараниями могут попасть в рай. Они молятся для того, чтобы были прощены их грехи. Вы получили прощение грехов? Этот пожилой пастор, которого я встретил в Йончхоне, он очень счастливо закончил свою жизнь и скончался. И все учебники по духовной жизни, которые он имел в миссионерской школе, он передал мне. Это было очень драгоценное на то время. И он оставил это у меня в доме. И я каждый раз, когда смотрю на эти учебники, я вспоминаю о нем. Он прожил до 79 лет. Он мучился от греха, но, получив прощение грехов, да, он почти ушел с конференции, он сказал, что уезжает, но Господь не дал ему уйти и дал нам пообщаться, он получил прощение. Да, Господь дал мне возможность общаться с ним по Библии, и Господь простил его грехи, позволил ему попасть в Царство Небесное. Мы получили прощение крови Иисуса. Иисус умер за наши грехи на кресте, и Он простил наши грехи. Очень много людей, которые находятся во грехах своих, не зная об этом. Но я очень благодарен за то, что на этом семинаре множество людей получило прощение грехов. Я благодарю за то, что Господь дал мне талант проповедовать Его Евангелие. Я буду проповедовать Евангелие до конца, до того, как придет Иисус. Я желаю, чтобы вы не жили для себя. Живите ради Иисуса. Живите ради Евангелия. Тогда Господь будет радоваться и благословит вас. Давайте помолимся. Господь Отец, хотя важно, что Ты отправил Иисуса, который простил наши грехи, но также Ты оставил много историй для того, чтобы показать нам, как Он очистил наши грехи. Жертвоприношение за грех, Пасха Господня, все эти примеры показывают нам о том, как Ты очистил наши грехи. Поэтому мы можем таким простым способом понять и получить прощение грехов. Господи, еще много людей, которые не получили прощения, они связаны своими грехами. Ты дай посредством этого семинара освободиться от греха. Господь, своей милостью Ты действуй среди нас. Господь, благослови нас. Благослови наш семинар. Своей великой благодатью Ты проводи нас. Благодарим Тебя. Иисус получил все наказания за наши грехи на кресте. Благодарим Тебя, Господь. Молились во имя Иисуса Христа. Аминь.